России важен каждый ребенок. Общефедеральный проект с таким названием уже с этого года начнет действовать на территории нашего региона. Его инициаторы – президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Подробнее о проекте в нашем следующем материале. Реализация проекта предусматривает оказание помощи детям-сиротам по целому ряду направлений, которые будут под контролем представителей региональной власти и депутатского корпуса. Задача, которую ставит руководство страны – оказать всемерную поддержку Института усыновления и кардинально улучшить ситуацию с сиротами в России. В рамках этого проекта мы ставим перед собой несколько задач. Первая задача – это оказать поддержку тем семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это семьи, в которых ребенок воспитывается одним из родителей. Это семьи многодетные, это семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. А также малообеспеченные семьи с целью профилактики семейного сиротства. Второй задачей мы перед собой ставим помочь ребенку, который воспитывается в государственном учреждении, найти семью. Третье – оказать поддержку уже тем семьям, которые взяли на воспитание детей. И четвертое – улучшить условия воспитания и содержания ребятишек в учреждениях интернатного типа. На сегодняшний день уже определен региональный координатор данного проекта, создается рабочая группа. И разрабатывается дорожная карта реализации данного проекта. Цель, конечно же, мы ставим перед собой обрести каждому ребенку, который находится в учреждениях государственных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семью. Депутаты всех уровней возьмут шефство над конкретными детьми и семьями, которые нуждаются в помощи. Также в рамках проекта планируется создание единого консультативного центра по семейному устройству детей и создание центров социальной адаптации для сирот, которые уже закончили учебу и выходят в большую жизнь. Александр Лысухин, Олег Захаровский, Ярослав Квитко, Вести Саратов.